Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю официальное русское сообщество по игровому движку GameGurum, и в этот раз мы рассмотрим программирование, непосредственно текстовые методы, то есть вывод текста на экран, изменение его размера, вывод в каком-либо положении и так далее. Ну что ж, давайте приступим. Для начала создайте скрипт, я назвал его текст. Да, в папке GameGuru файл script.bang. Ну и открываем его для редактирования. Вот, изначально у нас должен быть вот такой скрипт, функция инициализации и функция main. Далее мы переходим на наш сайт. Где мы можем видеть полную документацию по тексту. Начнем сначала. Это текстовая функция prompt. Она просто отображает какой-либо текст, например, hello. И давайте запустим. Это player start у нас. Здесь добавлена бочка, в свойства которых вставлен скрипт. Поэтому, иначе скрипт, по сути дела, в игре так и не будет существовать. Поэтому его обязательно нужно куда-то повесить. Ну что ж, ждем пока запустится наша игра. Видим, внизу отобразился текст «Hello». Он не пропадает, он остается постоянно тут. Что ж, ну давайте теперь сделаем другую функцию, которая намного, ну не намного, конечно, но чуть труднее, чем это. Итак, функция prompt duration. Это функция, которая отображает текст на некоторое количество времени. Но стоит заметить один маленький нюанс, который я сейчас вот прям разбирал с разработчиком движка. Как мы поняли, ну, он сам не является программистом, он просто является одним из тех, кто был в команде по разработке. Функция не работает без каких-то условий. То есть, смотрите, 2000 я миллисекунд ставлю, и по тесту, который я проводил до того, как записывать видео, текст не пропадал. Чтобы он пропадал, нам нужно какое-то выходное условие. То есть он отобразит текст, и когда условие закончится, должно пройти 2 секунды, чтобы текст ушел. Итак, давайте создадим переменную player distance равно. Здесь мы смотрим в global. Функция называется getPlayerDistanceE. Так. Вот, мы получаем дистанцию, игрок получает дистанцию до E, то есть до текущего объекта, где висит скрипт. Далее мы делаем условие, если PlayerDistance меньше, ну давайте 100, then, и обязательное условие закрытия, это end. Соответственно, что мы сейчас сделали? Мы сказали, что если дистанция до нашей бочки меньше, чем 100, тогда мы показываем. Иначе должно пройти 2 секунды и отказать текст. Давайте тестировать, чтобы подкрепить все сказанное мной. Дистанция определяется тоже хитрым способом. Здесь 50 это почти вплотную, и 100 тоже почти вплотную. Поэтому нужно указывать тысячами, чтобы нормально сделать дистанцию. Вот, видите, текста никакого нет. Вот я подхожу, вот здесь начинается 100, вот примерно, смотрите, сколько это. Hi everyone, он висит, уже прошло более 2 секунд, как я указал, но стоит мне выйти из этого, из этой дистанции, текст пропадает, ну, ровно через 2 секунды. К сожалению, я так и не нашел способа пока просто убрать текст, но надеюсь, что я найду, и, скорее всего, я думаю, если запустить какой-то таймер, типа там 2 секунды, потом промпт текста еще там 0,
миллисекунд, то было бы логично это сделать. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду создать переменную таймера, которая изначально равна, предположим, вам нужно показать текст на 2 секунды. И таймер постоянно отнимать. Рекурсивно отнимать его, поскольку мы не знаем, main поддерживает ли рекурсию или нет. Но у нас есть здесь функции апдейты разные. Вот update entity small, update entity. Но сколько нам нужно сюда передать параметров, вы представляете. Поэтому проще сделать свою рекурсивную функцию, которая будет обращаться к самой себе, пока не будет переменная равна нулю. И только потом уже, соответственно, вот делать вот это, только здесь поставить 0, например. Что ж, хватит балаболить. Давайте следующее. Это prompt text size v. Устанавливает размер текста от 1 до 5, где 1 самый маленький размер, а 5, соответственно, самый большой. А давайте проверять. У нас уже отобразился текст, предположим. И мы делаем, предположим, даже в этом условии, мы говорим, что текст у нас будет очень большой, он будет 5. Давайте проверим. Да, действительно, текст стал реально здоровый, больше похоже на какой-то заголовок или какой-то элемент меню. Но, тем не менее, действие скрипта подтвердилось, и он работает. Так, идем дальше. Следующая это интересная функция prompt local. Он отображает текст у определенного объекта. Давайте prompt duration пока закомментируем. Комментирование в loop происходит двойными тирешечками, так сказать, и берем prompt local, вставляем его. E у нас это объект, который это бочка, и то, что будет показываться. Hi everyone. Заметьте, точки запятые не ставлю здесь, это синтаксис Lua. Все, давайте тестировать наш скрипт. Что должно сейчас, по идее, получиться? По сути дела, сейчас игрок, то есть я не должен его видеть. Вот. Видите? Я вижу, текст показывается не мне на центральной панели, а он показывается вот прямо у подножья объекта. То есть он показывается, ну, я назвал это для объекта, но он показывается, по сути дела, там у основания объекта. Что это как будто, как, типа, навели мышкой, он подсказка высветилась. Вот это вот таким образом реализуется. Хорошо, оставим эту функцию. У нас есть дальше, это функция текст. Видите, у нас отображает текст в указанных координатах с указанием размера. Давайте тогда пока все-таки лучше закомментируем функцию. И будем заметить, что у нас y от 1 до 100. Так, x у нас будет 10. Y 80, к примеру, размер 3 и текст Hi everyone. Все, сохраняем. Давайте теперь в этот раз проверим, что же у нас получится. Я надеюсь, все будет отлично, без ошибок. Итак, инициализировалась физика. И запускается игра. У нас должен отобразиться текст, когда мы подойдем к этому объекту. Вот мы к нему подходим. Отобразился действительно текст. Причем 85, это идет отсчет, я как понял, сверху. 100, соответственно, будет самый низ. И, я так понял, 100 на 100. У нас общее количество идет пикселей, потому что 10, это видите, какой отступ.
Если еще 10, там... Да, действительно, это будет 100 на 100. Весь экран делится как 100 на 100. Итак, с этим разобрались. Комментируем функцию. Переходим к последней заключающей функции. Текст center on x. Отображает текст с указанием размеров и принимает центр как координата x. То бишь, если мы сделаем такие же координаты, вот точно такие же, так, копируем, то у нас получается текст делал отступ 10 и потом выводился. А в этот раз у нас текст должен отступить 10 и половину своей длины. А в обратную сторону. То есть вы сейчас увидите, что текст будет смещен левее. Такая логика рассматривалась на Unity. Вот, смотрите. Да, действительно, текст смещен налево почти что в два раза. И каким образом работает эта система? Она делает отступ 10 по X. И делает отступ назад в половину длины текста. То есть, предположим, текст у нас имеет длину 20 пикселей, он отступит влево 10. И таким образом. То есть, x мы задаем центр, откуда будет отступать текст. Это наглядно показывается еще, например, в таких программах, как Photoshop, Word, когда вы делаете выравнивание по центру. То есть, у нас берется центр документа, и текст расходится влево-вправо. Что ж, на этом все. Спасибо всем за внимание. С вами был Макс. Я надеюсь... Этот видеоурок вам понравился. Он был посвящен текстовому программированию на Lua. Мы научились отображать какие-либо тексты, применять к ним условия, а также мы поговорили о функциях, которые присущи текстовым данным. Ну как данным, точнее тем функциям, которые работают с текстом. Ладно, спасибо еще раз всем за внимание, всем пока. Жду вас в нашей группе ВКонтакте, ссылочка в описании. Также мы открыли наш собственный сайт, руководство непосредственного GameGuru, официальное руководство, было совсем не против, оно только поддержало нашу идею, чтобы расширить свою аудиторию. Так что мы вас ждем на нашем сайте ggengine.ru, в нашем сообществе ВКонтакте, и надеемся, что вам очень понравится там, вы найдете много интересной информации. А следующий видеоурок будет совсем скоро, поэтому ждите. Всем пока, удачи в программировании.